Добрый день! На связи Арбат Хомс. В данный момент мы находимся в микрорайоне Тедже города Мерсин. Стоит солнечная и по-летнему теплая погода, несмотря на то, что сейчас зима. И в этот солнечный, замечательный и прекрасный день мы решили показать вам интересный и новый проект, который в данный момент введен в эксплуатацию, полностью сдан и готов к проживанию. Номер объекта на сайте 5530, и мы находимся здесь. Объект расположен в 400 метрах от моря в микрорайоне Тедже. Объект с очень богатой и интересной инфраструктурой. На территории комплекса располагаются камелии, беседки, детская спортивная площадка, бассейн и мангальные зоны. Данный проект представляет из себя здание количеством 14 этажей. Наша квартира, которую мы планируем вам сейчас показать, расположена на 11 этаже. Я вас приглашаю внутрь. Приступаем к просмотру. И мы попадаем в эту самую квартиру, о которой мы вам сейчас интересно и подробно расскажем. Квартира расположена на 11 этаже. Квартира угловая, 1+1. В данный момент мы находимся в прихожей, в которой видим встроенный шкаф от застройщика. Из прихожей мы попадаем в санузел, в котором мы видим смонтированные от застройщика душевую кабину, раковину, шкафчик и унитаз. То есть в квартире имеется вся необходимая коммунальная инфраструктура для постоянного проживания. Далее из коридора мы попадаем в спальню. Спальня очень светлая, очень приятная. И из спальни мы попадаем на технический балкон, на котором можно будет разместить стиральную машину, водонагревательный аппарат, вывесить кондиционер. С технического балкона открывается красивый и замечательный вид на Таврские горы. Далее из комнаты, из спальни мы попадаем с вами в салон, а именно кухню, совмещенную с гостиной. В салоне у нас также встроенная мебель от застройщика, а именно это кухонный гарнитур с островком для приготовления пищи, раковина, кран и элементы необходимой инфраструктуры. Также хочу особо обратить внимание на то обстоятельство, что комплекс газифицирован, в комплексе имеется полностью разведенная инфраструктура для подключения газа. Ну вот можем обратить внимание, как раз таки в квартиру выведены газовые трубы и соответствующее оборудование. И при въезде в квартиру, при дальнейшем проживании, можно заключить договор уже на газификацию, на поставку газа. Данным примером также служит наличие батарей отопления. Из салона мы попадаем на большой и просторный балкон, с которого открывается замечательный вид на море. И как я уже ранее говорил, от данного комплекса до пляжа по прямой 400 метров. И это можно воочию увидеть. Выходя из комплекса, выходите на прямую дорогу и идете купаться на теплое, ласковое и Средиземное море. Данная лоджия является довольно-таки большой. Здесь можно разместить стол, стулья, принимать пищу, принимать гостей, даже просто отдыхать и чилить. А если еще при этом ее застеклить, получится полноценная вторая комната. На этом замечательном моменте я приглашаю вас на пляж, чтобы показать пляж, рассказать про него, а также немножечко интересно рассказать про сам район Тедже, в котором находится данный комплекс и квартира. Друзья, как мы знаем, техника, наука и возможности ушли далеко вперед. Сейчас при помощи нейросетей можно передать изображение, создать любую компьютерную программу и, возможно, сделать все, что душе угодно. Но я нахожусь сейчас на берегу Средиземного моря, и я не могу вам передать этих запахов, этого аромата. Наука до этого еще не дошла. Но, тем не менее, чтобы все это понять, почувствовать и окунуться в эту замечательную средиземноморскую атмосферу, достаточно приехать в Турцию, в район Тедже, где сейчас я вам только что показывал квартиру. И я готов вам более подробно рассказать про этот район, куда вы приедете, что вас ожидает и что вы здесь сможете увидеть. Район Тедже – это новый и развивающийся район с уже богатой, интересной инфраструктурой и местами, куда можно сходить, где можно отдохнуть и просто замечательно провести день, как одному, так с друзьями и со всей семьей. Район расположен непосредственно около моря. Протяженность береговой линии составляет примерно 4 километра, из которых вся береговая линия полностью пригодна для купания.
Как я уже ранее отметил, район с богатой инфраструктурой. В данном районе расположены 3 школы, колледж, кафе, магазины, супермаркеты, а также места для культурного досуга и отдыха как одному, так и для всей семьи. Да, также в данном районе расположено большое количество цитрусовых плантаций, на которых произрастают лимоны, мандарины, лаймы и апельсины. В общем, все полноценные витаминки. Также в данном районе расположен большой транспортно-пересадочный хаб общественного транспорта. И на автобусе, либо на маршрутном такси из района ТДЖ можно добраться абсолютно в любую точку города. Также рядом находятся торговые центры, большие интересные рестораны, кинотеатры. В общем, много интересных мест, куда можно съездить и хорошо провести время. На этом у меня все. Всем желаю хорошего дня. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, колокольчики. На экране показан номер телефона, по которому вы можете позвонить, получить всю необходимую консультацию, как по данной квартире, так и по иным объектам недвижимости в Турецкой Республике. Всем пока, хорошего дня и до скорых встреч!